Привет всем, друзья! В этом видео покажу и расскажу, как сделать из двух алюминиевых банок очень нужную самоделку. Верх одной банки нужно отрезать. По кругу верхней части надо сделать множество отверстий. У другой банки нужно вырезать тоже верх. Теперь нужно отрезать дно. По размерам окружности банки в другой банке нужно вырезать отверстие. Банку надо вставить в вырезанное отверстие. И если все хорошо подходит, нужно немного вырезать, как показано на видео. Теперь две банки нужно соединить. Самоделку необходимо поставить на ровное место и заполнить ее сухими ветками. Дрова нужно поджечь. Ветки начали разгораться все сильнее и сильнее. Сейчас заглянем, что внутри происходит. Огонь отлично разгорается. Это говорит о том, что тяга хорошая и достаточно для горения кислорода. Высокие языки пламени об этом явно говорят. Пришло время подбросить дров. Как вы уже догадались, получилась простейшая обогревательная печь. А самое главное, она экономная. И работает она на ветках да на щепках. А сделать ее своими руками пуще и пустяки. Для изготовления всего-то понадобилось две алюминиевые банки и перочинный нож. Эта печка не только обогреет, но и сверху можно какую-нибудь консерву поставить и разогреваться. Всегда приятно поесть что-нибудь на природе с дымком. Кому такая хитрость и идея печки была интересна, оцените лайком, не забудьте подписаться. Всем удачи, пока!